представляю вашему вниманию моноблок розливой купорки модели МЗ-400Д. Данный моноблок рассчитан для пищевых производств. В данном случае это молочные. Здесь уже загружены сметана и загружены, естественно, стаканчики. К сожалению, в нашем распоряжении не оказалось ленты для запаятеля, она закончилась. Но, я думаю, данное видео мы дополним при сдаче оборудования уже заказчику. Давайте начнем, включим. Как вы видите, сразу после включения загорается температура ножей. Ее можно выключить, их ножи, если необходимо. Включить, прибавить температуру, убавить температуру. Ждем загрузки центрального процессора. Жмем вход, ждем, когда загрузится система. Жмем старт и включаем необходимые функции. И уже выкатываем.